Ну а в Ленске прошел республиканский турнир по волейболу. За ходом соревнований наблюдал Сергей Борисов. Одна из особенностей четырех напряженных дней – отсутствие явного лидера. Это создало интригу и держало зрителей в постоянном напряжении. Спортивные страсти развернулись в последние дни турнира в борьбе за первое место. Среди женских команд сюрприза не получилось. Выиграла сборная «Алмазной столицы». Участвую я в этом турнире, к сожалению, только первый раз. Очень жалею, что раньше у меня не было возможности здесь поучаствовать. Очень все понравилось. Организация, как нас встретили. Нам сразу же рассказали, кто такой Владимир Михайлович Ягнышев, чем он здесь занимался. Мы ехали на этот турнир с боевым настроем, как бы немножко не сложилось. А этот турнир является хорошей подготовкой для чемпионата республики, который пройдет с 1 по 5 марта в городе Якутске. Мы попали в первую группу и ехали с целью подготовки. Мужчины не уступали друг другу до последних минут финальной игры. На протяжении 5 партий сборная Ленская и команда «Транснефть» шли на равных. Во второй ленчане выбились лидеры, но вскоре спортивное счастье от них отвернулось. В итоге с финальным счетом 2-1 на первую ступень пьедестала поднялись волейболисты «Транснефти». Пригласили нас на эти соревнования впервые. Ну, решили поучаствовать, приехать. Достаточно интересный турнир. Очень все понравилось. Организация на высшем уровне. Близко даже к высшей лиге. Ну, ехали за победой. В принципе, зачем ехали, то и получили. Соревнованиями остались довольны зрители и участники. У мужчин тройку лидеров замкнула Миринская сборная. У женщин вторые алёпинские спортсменки. На третьем месте команда из Пелидуя. Всех наградили кубками и призами, не забыв про тренеров и лучших судей. Сергей Борисов, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».